Привет всем! Давайте сегодня поговорим об автоматизации системы полива через капельное орошение. Значит, вот что у меня сделано. Значит, скважина. Со скважины через фильтр. Фильтр поставил изначально большой, потому что через заводские маленькие они забиваются буквально в течение 3-4 дней. И эту систему нельзя будет назвать автоматической, потому что придется без конца чистить фильтра. Вот я поставил большой 8-литровый. Также установил водомер для ежедневного контроля. Это старый водомер с дома менял. Значит, вот. И поставил вот такой вот блочок управления. Стоит он копейки, так что тут, я думаю, ни для кого ничего сверхъестественного нету. Два автоматика 6-амперных впритык под мощность насоса. Вдруг в случае чего, ночью все-таки полив у меня происходит, коротнет, он выбьет сразу. И таймдей. Таймдей управляет поливом с 3 часов и до 5 часов. Ночи. С 3 до 5 утра, точнее, скажем так. Воду он прогоняет через промежуточную емкость. В емкости уже водичка у нас нагретая в течение дня. Вот, и как бы все окей. Сразу запускается 400 метров капельки и сразу запускается 25 метров спрей-ленты. Вот. Когда это происходит, я не вижу. Я просто встаю уже ранено утречком и уже вижу результат, что все сделано. Вот. Делайте, ребята, и себе такое же. Избавите себя от хлопот даже по включению этого насоса.